Твери в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды завершено благоустройство зоны отдыха на улице Хромова. Проект был реализован в 2 этапа. Напомним, это место выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. В прошлом году здесь прошел первый этап работ. Среди основных – планировка территории, укрепление береговой линии и устройство пешеходных переходов через ручей Соминка, укладка брусчатки на дорожках, установка опор наружного освещения и малых архитектурных форм, укладка газона и бетонных покрытий, детской и спортивной зон. В 2023 году на сквере на улице Хромова была смонтирована система охранного телевидения, выполнено устройство резинового покрытия, установлены малые архитектурные формы в виде спортивных и детских площадок с элементами воркаута и тренажерами.